работы. Короче, сегодня хочу снять еще одно видео про наш старый клуб «Титан», люберцы, все его знают. 2 года назад здесь были с Лехой, сегодня хочу снять легендарную личность Юру Новикова, которого почему-то никто не снимал. Я не помню никакого видео, чтобы я описывал все его творчество, его в нашем бизнесе железном. Вот сегодня попытаюсь взять у него интервью. Пошли. С тех пор ничего не изменилось. Даже здание такого же цвета. Когда-то стояла BMW пятерочка Зайцева Сереги, Сережки покойного. Туда приезжал, ставил ее. Еще жаловался, что зимой электроника отказывала. Он был один из первых, у кого BMW-ха была у нас. Ага. Ага, вот оно, находи. Ты серый, я опоздал. Да не. Блин. Ты, блин, все хорошеешь. Я был заморожен, а теперь... Значит, вот я сразу, пока перед тем, как мы снимаем еще, я просто прибежал, вот обратите внимание на вот эти стены исторические. Вот на этого жопастого пацаненка, это я был. А это уже 2 года назад, уже Сашка. Короче, здесь ребята хранят историю, очень сильно относятся ко всему, что связано с бодибилдингами. Вот это безобразие еще покажи, смотри. Вот я был в зеленых трусах вот здесь. Вот это как раз то, о чем я говорил, что когда «Титан» начал подниматься, и ребята, которые владели клубом, и они взяли себе, так сказать, завод по производству станков. И вот Исиновский здесь, моя бывшая супруга. Вот, здравствуй, моя хорошая, полностью тебе благодарен за все, за лучшие годы. Вот. И, соответственно, я был дохлый. Ног у меня тогда не было, чем я очень печалился. Но сказать честно, в Штатах я все-таки ножки прибавил. В Штатах у меня тогда все пошло гармонично. Но тогда я ушел в бизнес, мне все надоело. Но сейчас не про это. Сейчас вот про это историческое место. «Титан». Значит, я обязан этому месту практически очень многим. То есть оно меня кормило на протяжении пару лет. Да? Значит, оно поддерживало меня. Такой был Саша Смирнов, царство ему небесное, который, как говорится, взял нас под свое крыло. И я просто обязан, и я просто жутко благодарен люберцам, что они нас приняли, меня и еще несколько человек тогда, так сказать, под свое крыло и помогали нам практически выживать. Вот. А за что? Просто за то, что мы представляли этот клуб, выступали, завоевывали какие-то медали, какие-то титулы. Вот. Ну а сегодня привез немножко сувенирчиков, и вот сейчас, наконец-то, смотрите, вот этот человек, это, по-моему, самая титулованная личность у нас, ну, в люберцах-то точно, ну, наверное, и в России. Иди сюда, я тебя представлю. А что там представлю, ты не это самое, в представлении не являешься. Вот мы когда-то вместе в одной, ну, не банде, как это, в одной команде были. Да, вот. И потом мы все разъехались, разбежались, он остался по-прежнему предан этому месту. И что меня поражает больше всего, каждый год практически он... Чуть-чуть. Ну, он-то прогрессировал, и он выступал. Мы уже, кто-то слился, у кого-то какие-то проблемы, а он все оставался верным железному спорту. И вот скажи мне, Юр, сколько тебе сейчас лет? 57 полных. 57, а выглядит, как будто ему 43. Лучше меня. Вот мне 52. 52. А, 52. Я думал, 43. Нет, 43? Спасибо. Не, ну ты сказал. Да, за комплимент. Я сегодня почему приехал? Я вот специально приехал, чтобы Юрика снять. Почему? Потому что в последнее время в Инстаграме я начал замечать, как он прогрессирует. Прогрессирует. Все говорят, что мы стареем, и что спорт нас убивает, и что под старость у нас все обвисает, все там дреблеет. Ну вот я смотрю, как он весь обрюс и одреблел свои 57 лет, блин. И вот сегодня я хочу немножко задать пару вопросов о секрете. Сейчас он пойдет в зал. Иди туда в залчик, побольше места. Ты уже немножко размялся. Нормально все? Снимается.
Так, Жень, я туда, наверное, занесу, а то у меня здесь это... Как самому. Вот тут я дверь меня... закрою. Мы одни. Окей. А, ну окей. Сегодня за камеру у меня Евгения. Вот она, да. Кевина нет, Кевин у нас путешествует где-то. Короче, вот это вот, вот сколько там, 30 лет назад вот это историческое место было практически одно, да? Так уже больше ничего не было. Вот эта комната была основная у нас. И посмотри, обрати внимание на эти станки шикарные. На самом деле они шикарные, то есть они настолько практически пригодные для кача, блин, что просто пипец, вон, и сколько им лет. Глеб Флекс тогда приезжал же сюда, вот этот тренажер попробует. Я бы с собой бы забрал, говорит. Да, 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 я помню все это. Ну, то есть, представляете, вот этот цвет еще черный, все еще оставшийся, никто ничего не менял, не это. Вот, то есть мы вот здесь приезжали, бомбили, а потом Титан делал станки, и мы, что мы там делали, там мы были в качестве консультантов. Да. Вот. Где что переварить, как его. Да, под углом, то все примерялось под нас, вот, скажем так, под лидирующих спортсменов. А потом приехали с Украины Васил Спорт, копировали наши станки, вот, и сейчас они до сих пор, кстати, преобладают, фирма, не буду рекламировать, но они очень хорошо все так и делают, упакованы, да? Все так и делают, и, кстати, в моих клубах сейчас ихние станки, а почему, ну, наверное, потому что все-таки мы приложили немножко руку к этому делу, и как-то так свое оно всегда лучше. Ну ладно, хрен с ним, тебе 57 лет, вот смотри, какие у тебя титулы, если вспомнишь? Ну, самые такие, это чемпион Европы, 93-й год. Это как раз в самое трудное время, да, когда мы все разбежались, а ты на... Чемпион России, абсолютно чемпион России. Ну, Москву я там несколько раз тоже был. Потом мне пришлось завязать на 7 лет. Почему? Ну, травма у меня была, плечо здорово болело. Я как раз на Европе, когда выступил, травмировал, ну и все равно готовился. А что именно в плече, поподробнее? Не знаю, я к врачу так и не ходил, то есть, ну, жать вообще не мог. Защемление какое-то, там, наверное, суставная сумка, да. Наверное, потому что у меня вот сейчас такие... Это знаешь, вот как вот, руку опускаешь, просто не больно, не больно, раз зашел, больно, а потом опять не больно. То есть, вот так, какой-то там в суставе что-то. Ну, наверное, суставной сумкой какие-то проблемы. 7 лет не занимался. А почему именно 7 лет, а не там год или там что, почему? А это уже Сашка меня подтянул сюда. Не, а почему именно 7 лет? То есть ты просто бросил и сказал, что все, да? Ну все, вот нет, через год начну. Начал, раз спину травмировал. Ага. Опять вроде год прошел, еще раз начал, опять спину травмировал. Потом думаю, для себя буду. Начал для себя просто ходить, там в теннис играть, сжать. Саня звонит и говорит, Юра, приезжай. И как сейчас, по-моему, в апреле. Я приехал, и все, так здесь и остался. Ну, вот Саша сейчас, наверное, успеет. Сейчас никого нет, как видите, пусто, так мирно. Вот, ребята там занимаются сейчас своими делами. Саня-то у нас старший здесь. Он хранитель этого прекрасного музея, так сказать. Да. Вот. А, ну и что, и плечо прошло само, правильно? Ну, вот не тренировался 7 лет, вроде прошло. Начал заниматься, опять стало как-то. Опять? Да. Я вот эти добавки разные, вот эти, знаешь... Андрей. Это не те добавки, о которых вы подумали, блин. Да. Короче, восстанавливает который. Да, вот. Да, да. Ну вот, поел. Раз три я, наверное, да, так вот прям. Все, плечо прошло. Ну и потом начал, как видно, что сейчас проблем уже с плечом у тебя нет. Нету. Все прекрасно. Сейчас проблем с рукой. А что такое, кисть? Да, цвет. Подавал, короче, 50 килограмм парень лежал, сидя. Без разминки подал, ага. Ну и как обычно. Вот, кстати, без разминки я также себе надорвал связку, когда поднимал 78,5 килограмм, придурок. Пришел молодым показать, как надо этот рывок делать. Чувствую, у меня там как струна, что-то такое лопнуло. Я так поставил, я это потянул, потом хожу, все, и бицепс потом не мог делать. Наверное, полгода я не мог делать. Ну, у меня примерно так же, я тоже подал, думаю. Это к чему? Вот несмотря на то, что человек физически очень хорошо развит, но с возрастом, все-таки не забывайте, что связочки, суставы, они все-таки, ну, не ссыхаются, скажем так, а смазочки у них не хватает. Именно поэтому нужно добавочками очень хорошо пользоваться и разминаться очень хорошо перед тренировкой. Обязательно, да. Вот. Скажи мне, значит, ты Европу один раз или два раза выиграл? Один. Один раз, в 93-м году. И вот в 93-м же на чемпионат мира поехали. Я там, прилетели, я заболел. У меня как раз вот за два дня слилось 3 килограмма и все. Но все равно в середине был. То есть там категория была большая, я где-то 16-й. То скажи мне, ты же практически каждый год выступаешь. Да. Каждый год два выступаешь. Раза в год. Тогда вопрос такой секретный.
Откуда ты черпаешь такую выносливость, физические силы, вот откуда настойчивость, что тебе помогает? Ну вот реально вот. Вот, например, я смотрю на свой, да, мне 52 года, мне там говорят, давай. Я понимаю, конечно, свои, ну, я анализирую свои способности, я понимаю, что сейчас я могу выступить в шортах, как там Men's Physique, еще что-то там может быть показать, но больше я не способен. А тебе же нужно поддерживать массу, ты же выступаешь нахрен в бодибилдинге. Ты знаешь. Еще и достойно это делаешь. Не знаю, я вот хочу перейти в 90, вот это моя мечта, чтобы вот где-то под сотку набрать вес. У меня, как правило, вес не набирается. Ну, то есть я вот, ну, зато я сухой постоянно, то есть, ну, так вот. Пресс покажи свой. Да сейчас-то... Подожди, ну, покажи свой пресс, мой. А мать! Я его сделал! Да не, жесткий, блин. Ноги у тебя. Ну-ну. Хочешь перейти и не набирается? То есть смотрите, обратите внимание, человеку 57 лет, а он, вот как и я, ты ж не обращаешь внимания на возраст? Нет, мне вообще кажется, наверное, что не будет 30. Красавчик. Вот и я 28, биологически я уверен, что если сдать анализы, то ему будет, и у меня будет, там у нас с тестостероном все в порядке. И это не потому, что он там что-то принимает или там делает. Вы долбоптицы, сколько раз вам говорить. Просто образ жизни человека. Если он постоянно в форме, и он постоянно обновляет процессы, то есть процессы обновляются, как я уже говорил, там клетки меняются каждые 7 лет. Если процесс человеческий настроен на здоровый образ жизни, что он не думает о своем возрасте, а он думает о прогрессии, то вы и ментально будете задавать такой вот прогресс для организма, что человек остается как бы на одном, вот молодой, ну, да. Постоянно в одном этом самом. Вот. Это знаешь, что я хочу сказать? Я же начал, когда вот в 2002, я один раз в году выступал. Вот я же вернулся в третьем или в четвертом на Москве, когда мы это сам. А вот каждые полгода выступать для меня легче. То есть я не успеваю там обезобразиться. Да. То есть себя держишь в руках и лучше. Ну круто. Теперь такое, смотри, профессиональный вопрос. Отдаленный. Значит, отдаленный в медицину а-ля фармакологию. Значит, у тебя сейчас форма лучше, чем вот я видел в прежних годах. Годах, да? Вот. В чем секрет? Причем я скажу сразу, что на Ютубе мы ничего не пропагандируем, такое или нет, но витамины ты же принимаешь там, или как называется это, ГЗТ, гормонально заменяющая терапия, которая кричат, что папа Смит ей грешит. Нет, ребята, я не делаю гормона. Если вы имеете в виду добавки там омега-3, что у нас там еще, B12, и это считаете гормонально, да, БЦАшки, гормонально заменяющая терапия, то да, я это принимаю. Вот. Вот. Но он выступает, я не выступаю. Мне интересно, вот этот вот великий гормон роста, который все кричат, что от него все растет, включая пиписька. Это правда или нет? Не знаю. Но, по-моему, мне, как я думаю, что не значит хорошо, чем больше. Вот знаешь, как вот некоторые, чем больше, тем лучше. Надо свое что-то вот найти. Найти маленькую, да, дозечку. Чтобы, да, и вот. То есть, смотрите, вы знаете, что на моем канале я стараюсь откровенно, всегда правдиво преподносить информацию. Юра не говорит, что он питается витаминами и солнечными лучами. Здесь никто ничего не скрывает. Но основная месседж, которую он хочет сказать, и я вам хочу сказать. Для восстановления. Есть такая мудрость, запомните, это те, кто херачат там по 3, по пол-литра в неделю это масло и думают, что у них все вырастет, минимально качаясь. Запомните такую мудрость. Если у вас. Если. Вон он пришел. Вот это вот хозяин этого места, покажи ему. Сейчас мы закончим и с тобой займемся. Давай сюда. Значит, смотрите и запомните. Очень внимательная мысль. Если колесо у машины пробивается, то на скорости 20 км в час вы все равно доедете туда, куда вы хотите. Да. Даже если пункт назначения будет через 50 или через 100 км. А если вы будете ехать со скоростью, с пробитым колесом 120 км, что получится? Колесо на ходу разорвется, у вас отлетит, и вы улетите в яму. Точно, так вот, да. Это для этих долбоптиц, которые думают, что нахер под 400 миллиграмм там, в 2 дня это хорошо. Нет, ребят, если вы не качаете свою мышцу, она расти не будет. И вот вам еще одно доказательство, ветеран. Основное ветеран. Это, конечно, труд. Конечно, труд, правильное питание, здоровый образ жизни, блин.
Ты ж бухаешь по-черному, наверное. Вот он по-черному. Вот дождь, когда я пью, это Новый год. Упиваешься, блин. Ну, крепкий не люблю. В последнее время крепкий напиток как-то. За целый год, блин, да? И на Пасху еще, как горчик. Так, расскажи мне, следующий турнир у тебя когда намечается? Ты знаешь, я вот еще так никогда не готовился, как сейчас. Я даже не знаю, когда соревнования. Я тоже знаю, что где-то или в октябре, или в ноябре. А ты на Москву, что ли, опять собираешься? Ой. Да я же в NBC выступил уже. А, ты же выступил? Да. Выключайте камеру, он выступил в NBC. Саня, я не знал. Ну-ну-ну, и что, расскажи. Ну вот, в NBC выступил, и все, теперь я начал... Так, а что ты там занял? Честно скажу так. 85-1. Смотри, значит, Шамин ко мне приходил, Витя, у нас с ним был разговор полуторачасовой, как раз в феврале прошлого года, да, или этого года. Ну, вот насчет этого, да? Да, как раз насчет этого он меня приглашал поучаствовать каким-то образом в NBC, вплоть до того, что там администрации что-то принимает и так далее. Я тогда Вите сказал так, что я готов помочь спортсменам, если надо где-то спонсорство, если где-то предоставить свои клубы, для, потому что, ну, как бы, все таскают железо, все нормально. Но ввиду того, что я, и ты знаешь, что мы создавали федерацию, в которой, как говорится, сейчас идут вот эти все соревнования, я не могу, тем более, что у меня близкие отношения с президентом и с Дубининым, и с Сашкой, мы все друзья детства, так сказать. Вот я просто не могу морально перешагнуть. Я Вите так и сказал. Говорю, если надо какая-то немножко денег, обратись ко мне. Вот, поэтому, и сейчас вот это то, что там началось, меня, честно говоря, интересует в меньшей степени, но мне не хотелось бы, чтобы от этого страдала одна федерация и другая. Сейчас полилась грязь туда-сюда. Да, вот насчет этого, да. Вот, и я скажу так, что позиция, например, нашей федерации, БФР, да, говорят, надо ли дисквалифицировать или нет. Ну, я так объясню. Но если не дисквалифицировать, то есть каждая организация, она же пытается создать какое-то правило, какой-то устав. И даже не вопрос в деньгах. Вот, потому что все-таки NBC тоже будет через определенное время собирать уставной капитал. Им нужно существовать. Меценатство – это хорошо. Вот, когда у тебя есть деньги, когда ты их просто выбрасываешь налево и направо, но когда они заканчиваются, приходится с народа, как говорится, это тягать. Поэтому рано или поздно это обязательно придет, вот, потому что невозможно без этого. Вот. Но мне кажется, что в отношении дисквала можно, если первый раз ошибочно, то как бы... И потом, ты же не хочешь возвращаться или хочешь возвращаться? Да я, честно говоря, не думал даже. Ну как... Поехал, выступил здесь, потом думал туда, там ребята говорят, нас все не пустили. То есть так вот как-то. Ну сейчас у них скандал был по поводу там девочки, которая выступала. Да, вот. И она в Орле выступала, и она была членом федерации, потом она приехала в Питер и заявила, что она ничего не знает, типа я здесь жду трамвая сбоку. Ну понятно, что тренер, который ее привез, он прекрасно знал, что этого делать нельзя. Поэтому вот эти, это не строгач, но это предупреждение для спортсменов, что все-таки федерация какая-то должна, какая-то структура быть. Но это в этом отношении. Ну а... Что в NBC? В NBC что сейчас? Вот я знаю, что Гришина в NBC, она кричит, что она не с NBC, потому что она говорит, я не разрешу выступать. Вот как раз будет у нее турнир в конце ноября. Ноябрь, да, 24. Это вот конечные мои соревнования, где бы я бы хотел. Да. Не знаю, получится, не получится, ну, в смысле, допустим, не допустим. Да. А вот. И вот Гран-при России тоже будет, это в октябре, в конце октября. NBC все. NBC, да. А это я даже не знаю. А ты помнишь Сашку-то Алексеева? Ну, тоже старик, 60, таллинский. Вспоминай. Сейчас он на Европе второй стал, потом он чемпион мира был. Ну, если Сталина, он в Сталине живет. Ну, старая гвардия тоже. Ну, вот сейчас вот в Краснодаре мы ездили, я смотрел, он там занял второе вроде место, и по ветеранам первое. Вот он сейчас приедет, будет готовиться. Хороший. Это он ядерный. Сейчас вот видео, посмотри последнее, он у меня снимает, вот там херачит собственной техникой, конечно, такой там варианты. Но вот сейчас он мне пишет, говорит, я на мир готовлюсь, давай со мной. Я говорю, да я-то куда? Ну пойдешь в шорты. Говорит, в шорты пойдешь. Я говорю, ну ладно. У меня Дим Голубочкин все говорит, давай на чемпионат мира поехали. Да, а что ты? Да тогда еще готов вроде не был. А сейчас Димка не выступает. Ну так а что, а ты сам? Ну, есть замысел. Ну, ты смотри, ты, короче, действуй по своему плану. Вот, если что-то надо, ну, в плане того, что, может быть, где-то каким-то советом или поддержать со стороны федерации, я думаю, что все-таки старая гвардия. Как у нас камера там не перегрелась, все работает? Я имею в виду, нормально все?
Окей. Так, а ты можешь маечку снять, все-таки мне показать немножко двойной бицепс сзади, вот, чтобы напугать людей. И молодых, которые не помнят истории, и считают, что не надо знать историю, кто, чего и как. Свет-то хорошо здесь, да? Ну давай найдем. Где лучше смотреть? Сейчас. Во-во-во-во, давай. Во-во-во-во. Жень. Нормально там? И это ты сейчас без формы, да? Да, нормально, да. Давай. Ну покажи мне немножко. Блин, дельта просто бомбезная, блин. Смотри, какой пик бицепса. И водичка. Ну, водичка — это все херня, блин. Красавчик. Молодец. Сколько ты весишь сейчас? 89. Машина. А развернись. Двойной бицепс зафига. Пипец. Вот только пузо. Это грыжа у тебя или что, пупковая? Да. Удалять будешь, нет? Да. Бицепс сбоку сделай. Это пипец. Сколько у тебя здесь? 51? 8. Да ладно! Встань! Снимай! Сейчас я 43 покажу. Спичку свою! Нет, 50 было, когда я на массе был. Ну там как-то лежу в субботу, думаю, надо померить. Раз, 50. Залил. Вот один раз только, да. Залил водичкой. Ну что, и семья у тебя большая? У тебя же внуки уже, да? Да, один, Ванька. Да. Во, пацан растет. Качаться будет? Не знаю. Пускай сам выбирает. Ну, я бы, в принципе, против не был бы, если чем занялся бы. Ну, а сам не втягивай, если он захочет, конечно, он сам придет. Да. Как я своего малого не втягивал, он пришел сам. Но слава будет, если интерес, то... По жиму лежа, он же мастер спорта, он пожал. Причем да. Без химоза, без ничего пришел, никто не верит. Без прогибов я его учил на многоповторочке. А сейчас же, знаешь, как все... жмут, вот так прогнуться. Я говорю, зачем тебе сейчас техника нужна? Говорю, ты просто силу набери вначале, да. А потом будешь уже по технике еще прибавить. Да, потому что техника — это же, блин, читинг, то есть обман. Да. БММ, они же пытаются встретить это. И вот стараются все прям с прогибом, с таким там все сделать. Не-не-не, а мы тренировались вот как раз вот ровненько. Ну а ты персональным тренером работаешь или ты владелец банка какого-нибудь? Нет, что. То есть не мафиоза? Нет. А, сука, врет. Я знаю, что там что-то есть где-то заныкано. Заныка. Так, ну чего, смотри. На даче работаю себе. Ну, а когда в гости приедешь ко мне? У меня же три клуба, сейчас четвертый в Красногорске делаем. Все на той стороне Москвы. Да, я же на севере. А я что-то, видишь, даже из штатов вернулся, все равно на севере там нафиг. Вот. А с Леха со мной, Черкасов, он со мной очень хорошо мне помогает. Мы сюда последний раз приезжали. Ну вот как будет форма хорошая такая прям. Давай. И может прям... быть, вот после соревнований где-нибудь ближе там к ноябрю. Давай я знаю, что сделаем. Если Алексеев сейчас приедет, а он будет, он хочет в Москву чаще приезжать, вот этот старик-то наш, 60-летний, вот, надо вас вдвоем и снять офигенное видео, и я такой буду. И вот так хорошо, чтобы уже вот, формочка. После соревнований недели две, чтобы прошло. Налитый. Чтобы я, да, такой... Ну вот он такой же ко мне приезжал, просто ядерная форма. Он говорит, блин, я говорю, сейчас, говорит, выгляжу лучше, чем да, сука, форма. Вот. Ну что, ребятки, вот я вам показал легенду, вот, старичка, который чувствует себя на 25 лет, химика, который не химичит, так как вы все думаете, блин, а все делается с умом и правильно. Вот вам прототип старой гвардии, Люберецкие, ну, бандиты не скажем, но все-таки представитель. А это наш любимый клуб «Титан». А сейчас я Юрчика отпущу, вот, еще немножечко здесь похожу, все вам покажу. И директора, и управляющего музеем допрошу. Музеем, окей? Да. Да, музеем, а это по-другому не назовешь. Это музей, Качковский музей. Все? Да. Спасибо огромное. Так, теперь будем на связи постоянно. Вырубай. Влад, ты сейчас, сейчас ты все это скажешь. Я 70-й размер рубашки. Расскажи, сам, да, расскажи сам. Понеслась. Да, вот был такой момент. Помнишь, сгорел наш сет? Конечно, помню, тоже не помню. Я еду на тренировку сюда. Сгорел, потому что подожгли. Нет, там баня не выключили. Толик стоит на остановке, куда, по-моему, ехать собирался. Так, подожди, вот это ученик маленький, вот этого человека. Он еще не был учеником, просто 13 лет ему было, он стоял. Я подъезжаю, говорю, тебе куда, Толь? Я же не помню, куда, да. Куда-то. А он говорит, а вы куда? Я говорю, я на тренировку. А можно с вами? Я говорю, поехали. Думаю, раз, приехали. Это в каком году?
помню. 2003 или 2002. 2003, я думал, да. Я думал, 90-е такие. А я с вами. Вот. И он вот раз ходили сюда, позанимались, он говорит, а можно я постоянно с вами буду ездить? Я говорю, красавчик. Поехали. И знаешь как? А ты не знал, кто он просто. Он подходит к моему дому, звонит. Мы сегодня едем, да. Говорю, едем. И я у подъезда стою, жду. Класс. А я, знаешь, как вот поешь там. А тебе режим он тебе дал? Сюда к 3 часам. Думаю, блин, сейчас бы из нетулик лег бы спать. Не надо. Да, я утром в школу, в одной руке рюкзак, в другой руке сумку уже готовая. Молодец, двумя сумками с утра в школу, со школы сразу в зал, с зала вечером падаешь, все. Уже не уроков, ничего. Сколько лет тебе сейчас? 29. 29. Сегодня день рождения. С прошедшим там. Спасибо. Я, если бы знал, я привез бы побольше майонеза, но на него не налезет. Я вам дал, Женя, там разберете, что кому. А покажи баночку свою. Сейчас не форма, а что ты там жмешь? Палпа. Подожди, что он там сказал, он жмет? Лучше пока 293. Без 200, гидровки, без ничего. При весе? При весе 120. Без прогиба даже. И без прогиба, без вот. Ничего. Вот! Без прогиба, блин! Потому что чья школа? Правильно, потому что это наша школа. Потому что мы понимаем, что какого хрена делать вот это, когда надо вот это развить. У меня сын, мастер спорта, выиграл чемпионат по жиму лежа. Он весил 72 килограмма, 146. Это была абсолютка, он пожал 142 и с пауэрлифтерами, понимаешь? Мы пришли все, папа, жми, блин, я думаю, блин, неудобно, знаешь, неудобно. Малой ложится без прогиба, он у меня длинный, худой, и рак, блядь, 136, они все. Да, так немногие могут. Хопа, без прогиба, и 146, мы просто сразу надо было, это, он не отдохнул, а так 142, спокойно, мастера спорта, абсолютку в своей категории взял. 120, сейчас мало. Ну покажи бицепу. Ну что, я сейчас. Ну да просто покажи, а я попытаюсь узнать размер, а он скажет, да или нет, попал я или не попал. Сейчас они там синтомы. А сейчас подожди. 52? Где-то 55-56. Хотел сказать 54. Лучше было 62, но это было в большем весе гораздо. Повернись, машина, блин. Ну тут татуировка, ничего не видно. Да ладно, ладно. Размеры, блин. Пипец, машина. Каким весом бицепс качаешь? Рабочий 100-110. О. На сколько повторов? Много повторов. 6 по 8. Это немного повторка, блин. Сбрось 10 килограмм, сделай 12. На днях делал много повторков. 70 на 30. 70 на 30. Вы слышали, блин, 70 на 30, посмотрите, блин. И дело не в витаминах, а в каче. Человек с 13 лет качает. С 12. Кстати, 17 лет кача. Вот посмотрите, дал баптицы вот на вот этого человека. А по-другому не назовешь. Они же, сука, думают, они же думают, что вот это вот. Укололся, все. Да, и все, он лежит, у него все растет. Нифига. Я вам такой пример приведу. Кай Грин, не всеми уважаемый, но тем не менее, с 13 лет качается. Его называют фриком, Кай Грин, с 13 лет. Вот, пожалуйста, а ты в размере-то практически таком же, как и Кай Грин. Повыше ростом. Вот и все. Ну, сам факт. Сарочек сказал, если у него будет правильная техника пауэрлифтерская жать, он жмет руками в основном, жмет трицепсы. Без прогиба, без всего, да? Если ты будешь жать по пауэрлифтерски, ты меня обожмешь. Ты 340 пожмешь легко. Хорошо, у меня такой чисто бодибилдерский и отмороженный этот самый. Нахер это надо? Ну, смотри, все равно будет предел, когда ты достигнешь определенного момента, где у тебя природа скажет, чувак, ты или сейчас порвешься, ну, или хочешь... Вот и нахер это надо. В нашем спорте не забывайте, что... Ну, в нашем, я имею в виду, в железке. Знаешь, как говорю, начинаешь с ребятами разговаривать, вот он там, блядь, что-то достиг, не достиг. Но вы понимаете, вот Сидорычу сейчас 2 года, я им помогал немножко, ну как мог, там, поддерживал. При мне порвался, там, поехал в Сочи, там. Да, я слышал. Я говорю, Миша, ёпта, тебе сколько лет? А зачем ты это делаешь? Ну вот я вот. Ну вот он привык это делать. Ну, это не его. Ну ты понимаешь, что ну достиг определенного. Да? Угу. Представляешь? 2-3 оторвался. Ох, да. Вот у меня порвана акромиально-ключичная связка. 125 начал делать. При возрасте 49 лет, да? Ну, чувствую, прет, да? Думаю, ну пойду. А зачем? Боюсь, знаешь, когда вот перед соревнованием, когда сушка в полное самое. А это вообще опасно. Делаешь, да. Прям натягивается все, прям, знаешь, воды-то просто нет. Боюсь. Конечно. Веса стараюсь прям минимально, ну так, чтобы просто. Правильно, лучше больше повторений сделать, нет. И все. Вот сейчас питерский есть один качок, я не помню, как его, такой талантливый, классик физик идет, какой-то чемпион, Арнольда Галтоса, не помню имя. Мне знаешь, что понравилось? Да я просто не сетую за многоповторку. Они же думают, что если многоповторка, то это анонизм. Вот 3 килограмма взял. Но чувак берет, он говорит, я травмировал плечо. Он такой весь. Ну понятно, что он там на витаминах и все. Но он берет нахрен 8 килограмм.
Я говорю, 100 повторений. Нормально. Ну сделай ты с 8 100 килограмм. Обострешься за край. Ну скажи, да? И вот они называют многоповторку. Сколько ребят брали, там 14 килограмм стоят, вот херачат. Я говорю, что ты мучаешься вот этого? Ты возьми правильную технику, возьми 9 килограмм, сделай красиво. У меня такой случай был. Делал я махи тоже сам. Побольше там, пятнашки. Гера, Герман, Фрол. Говорит, Юр, возьми шестерки, встань. Сделай правильно. И руки не выводи, а прям вот. Вот. Я сделал. Скажи. Все, а больше я не сделал, представляешь? Вон Женька у меня делает. Она берет вот это, и вот она херачит. Не, больше ну, посмотри. Ну, я и так стараюсь. Мне что-то маленький нет, больше нравится. Нет, так же, как Шелест. Он тоже, Серега, он говорит, у меня прет от больших. Это, если тебе природа дала, без проблем. Но если ты чувствуешь, что ты сейчас обосрешься или это, вот и само понятие, что надо больше, ради того, что надо больше, не надо. Ну, вот, вот если меня прет, вот меня прет там от 35 килограмм, и у меня вены сдуваются, и все, я чувствую, ну класс, нахер мне идти. Беру 45 уже, там могу это сделать, на следующий день болят связки. Зачем? Другого. Совершенно верно, уже связки тянут. Я так говорю, если мышцы не рвут, то связки. А в нашем возрасте надо себя беречь уже. Ну, короче, классный у тебя ученик. Вот, заезжай в гости. Какой-нибудь спасибо. Видос снимем. Хорошо. Три клуба, может быть, четвертый в Красногорске сейчас сделаем. Профессиональный пойдем. Тренер. Если персональчик, то есть нужно где-то кто-то. Да, пожалуйста, тренер. Приезжай, мне нужны работа. Тренера нормальные. Ну, в Красногорске сейчас мы открываем, конечно, далековато. Да. Слушай, я сюда приезжал 30 лет назад, вообще не думал, блин, что это. И с севера Москвы сюда ездил, блин. Саша говорил, Смирнов, Царство Небесное, 4 раза в неделю, чтобы здесь были. Без проблем. Приезжаешь в дом родной. Пойдем, покажем еще. Пойдем. Нет. Пишешь? Самое смешное, что руки вечно все, все. Обрати внимание. Кого-то здесь могли бы распять, так сказать, как, так, вид такой, как будто суровый наказание. Во! Вот это музей. Ну да, такой маленький. Я хотел показать. Маленький. Стеночки покажи здесь все. Первый жрец, с которыми занимались. Вот Сережка. Я сейчас заходили, говорю, BMW все время его стояло тут у входа, пятерочку помню. Ну, раньше самые здесь крутые на марке Opel Titan стояли, все. Да, он все жаловался, я помню, что это, говорит, электроника ни хера не работает, это говорит, постоянно, как мороз, говорит, нет, не могу завести. А вот человек, о котором сегодня видео было. Вот, я специально повесил, вот ты. А вот дохлый, который ведет программу сегодня. Вот мы с Ясиновским, на Любер 90, я взял до 90, а он свыше 90, первое место взяли. Вот тоже с Любер 90. Да, вот еще снимаю. Слушай, класс. У меня так мало снимков осталось, ты прям это набираешь. Я собираю все отсюда, обязательно, а как же? Вот Жорик покойный, царство ему небесное, первый учитель, это петух, живет в Южной Африке до сих пор. Что-то позвонил нам полгода назад, мой телефон спросил, что-то и пропал так мне это. Вот Лешка со мной сейчас уже сколько, 30 лет мы вместе. Коля сейчас набудорозил, блин. При открытии четвертого клуба, но это, как говорится, ладно, проехали. Вот это вы поругались. Да, мы поругались с ним, потому что он всегда... А Сэм, Улад, ты Сэма не помнишь? Вот они тоже Серега занимались сюда. Сэм, вот они выступают, вот он стоит, Сэм. Серега, вот они выступали. Он рядом в подвале занимался, на хлебзаводе вот здесь тоже подвал был. Не, не помню. Не помнишь? Короче, я что снимаю-то? Снимаешь еще? Это не реклама. Но это реклама. Покупайте книжку. Да нет, Сашка попросил. Вот. Я на самом деле это просто как какая-то дань это вот, клубу. Да, потому что вот у нас вот выпустился тогда вот каталог, да, выпускался. Да, да, да. Ага. Да, Жень, дай мне скажи. Вот у нас, по которой мы сначала занимались, вот по этой книжке. Супер, супер. Потому что здесь была система Арнольда Шварценеггера. Да. И эти желтые все странички. Все картинки, да, вот это все. Картинки, вот эти вот все. Но это не принимайте особо всерьез, это не нашим Люберецким. Это чисто для чайников, а Люберецких я не могу чайниками никак называть. Не, ну особо это, уважение. Это все равно это легенда. Это без неуважения, это просто для тех, кто начинает и тому подобное. Ну, полистаешь, просто, посмотришь. Обязательно, вот. Обязательно. Да, будет зачитано до дыр. Да, до дыр, до дыр. Даже это даже не обсуждается. Давай сейчас подпишем тебе, и все нормально будет. Вот. То есть это, ну видишь, потихоньку ребятка выиграли. Да молодцы. Питание нам на реализацию дают, то есть, говорит, на реализацию реализовывайте, как речу.
А это вот кубки, медали с наградами все. Первые перчатки боксерские висят на них еще. Вот эти на водоросли еще были, а те на конском волосе. Еще перчатки там коричневые висят, а это водоросли набивали, да, перчатки. То есть это кто, ребята, кто зал открывал, вот это их перчатки. Вот Саша Смирнов как раз, Валера Щелоков. А сегодня мы ездили, годовщина была у Валера. Трагически погиб, тоже выступал за Титан, вот Валерка ездит. Валерка, ты должен помнить, Валерка. Ну, лицо знакомое. Вот, вот Валерий Васильевич, это же Валерий Васильевич, вот, он не изменился, он не меняется вообще никак. Валерий Васильевич. Вот, а это сын, вот, в 96-м году, вот, трагически. 15-го день рождения, а 19-го убили. Ну, в июле. Много людей полегло в 90-х. Вот тоже на Любере мы выступали. Дюна, Дюна сидит. Группа Дюна, Рыбин, да, Рыбин. Я его видел как-то, Катя, Серега, да, Рыбин. Я увидел как-то в ресторане, они с женой были, но я так постеснялся подходить. А у них на сайте до сих пор висит выступление, на да их сайте, с Любер 90. Надо, все, надо знаете, посмотреть. Знаете, на сайт Дюна, вот Любер 90. Класс. Как раз они Колю там вызывают, говорит, Коля, иди, говорит, и банку варенья ему дарят. Написали там протеин, говорит, вот тебе банка варенья, говорит. Класс. Колька награждали там. Ну вот как-то так. Не, история, история, конечно. Сегодняшняя, понятно, не последняя. Вот мы здесь сколько еще тоже. Вот, да, 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 да. Когда я же удивился, как майка сохранилась, вот эта футболка. Слушай, он приходит и все время в этих майках, он их очень сильно бережет. Молодец, но это своя история молодец. Такая. Вот. Но сегодняшнее видео все-таки было больше про Юру Новикова, а про Титан, я надеюсь, мы будем продолжать. Ребята, все, кто рядом, приезжайте, посещайте. Здесь история, здесь настоящая история. Каждый молодой должен знать, откуда что начиналось. А Люберцы это было как база железная. Вот. Вот это был Папа Смит специально для моего канала из Люберец. Всем пока.